Я, конечно, рада поправкам, которые сейчас вносятся, поправки, которые касаются семьи. Потому что, согласно этим поправкам, семья находится под защитой государства. В статье 72 Конституции там прямо так и написано: защита семьи, материнства, отцовства и детства. И особенно меня в этой строчке порадовало, что рядом с материнством стоит отцовство, то есть повышается роль отца. Да? Для нас это важно, поскольку в моей семье роль отца очень высока. У нас 8 детей, поэтому для того, чтобы они выросли настоящими мужчинами, конечно, нужен отец. Меня очень заинтересовали такие строчки, как осуществление заботы о своих родителях с совершеннолетними детьми. Это тоже очень важно, да? Это одно из ценностей семьи, когда младшие уважают и заботятся о старших.